Владимир, добрый вечер. Если можно еще раз ваш спич об Украине на украинском или русском языке, для того, чтобы мы не переводили зрителям в Украине. Я вижу у вас на лацкане украинский флаг. То есть пару слов о том, что вы думаете, что происходит сейчас. Я также сказал о том, что нельзя забыть о людях, которые находятся в Украине, демонстрируют свое право, свободной Украины, право своего свободного выбора, в какой стране они хотят жить. Об этом нельзя забывать. И сегодня я нахожусь в Германии на пресс-конференции перед моим следующим поединком против Алекса Ляпай. Но несмотря на это, здесь присутствует очень много медиа, иностранные медиа. И об Украине должны знать. И я надеюсь, что то относительное спокойствие, которое, или тишина, которая существует в Украине на сегодняшнем этапе, не тишина перед бурей. Мы знаем тот закон, который об амнистии был принят, приходит в силу через несколько дней, как на это будут реагировать власть, мы об этом увидим. Я только лишь надеюсь, что этот выбор украинцев и голос украинцев услышал не только весь мир, а украинцы услышат по всему миру, но также услышала власть и президент Украины. Желание украинцев жить в демократической стране с европейскими реформами. И я уверен, что украинцы в этом сложном поединке одержат победу. Победу над диктатурой, которая у нас сегодня в стране существует. Спасибо.